Как быстро сделать замес комбикорма? Очень быстро, главное качественно. Для этих целей взяли бетономешалку. 160 литров предостаточно. Состав не буду говорить, для этого сниму отдельное видео. Это макуфа. Пахнет вкусно. Сейчас все засыпем и проверим. Загрузили мы по полной. Приблизительно на литров 80 сухой массы. Поднимаем вверх. Потом отпустим. Включаем. Надо немножко вверх. Сейчас я вот так сделаю, чтобы оно немного лучше перемешивалось. Пускаем пониже, чтобы лучше перемешивалось. О, какая красота. И не нужно надрываться. Самое главное. Правда, отдельно покупать бетономешалку для этих целей все-таки будет накладно. Но если у вас стоит бетономешалка, то воспользуйтесь этой возможностью. Будет очень удобно. Одна минута и все готово. Противоположную сторону еще раз перемешаем ее. Для уверенности в надежности замеса. Пыляка. Я отойду подальше. Вот и все. Теперь залажем это. Мешок, ведро, куда вы там переносите. И готово. Очень удобный способ для замеса. Не нужно надрываться с лопатой. И надрывать себе грыжу.